оркестра из Израиля репетирует вальс австрийского композитора для открытия конкурса польской музыки. Границы расширились. В регламенте больше не прописано исполнять строго польские композиции на языке оригинала. Потому и участников заявилось больше. 150 человек из Москвы, Питера, Перми, Красноярского края, Новосибирска, Астаны и Омска, конечно. В третий раз судить таланты берется Александр Поволоцкий. Каждый играет по-разному, как может. Но в принципе, те, кто пришли на конкурс, конечно, это уже ребята подготовленные, и, конечно, они стараются. Дело в том, что вообще мы мало знакомы с польской музыкой. Внешне спокойный и собранный Гриша на самом деле дрожит от страха. За 4 года учебы в школе искусств он впервые участвует в конкурсе. Я буду играть полонез Шопена и скакалку Шостаковича. Почему? Ты сам выбирал эти произведения? Нет, эти произведения у меня лучше всех получаются, они мне больше всех готовы. Чаще всего на конкурсе звучит Шопен. Он основоположник польской классической музыки. В его произведениях сочетаются романтические мотивы и польский фольклор. По тому же пути пошел Станислав Манюшка. Других польских композиторов мы знаем по легендарным фильмам ужасов. Так, в «Дракуле» звучит музыка Вайцеха Киллера, а в «Ребенке Розмари» – Кшиштофа Комеды. А это «Скретца Тарантелла» Винявского. Для конкурса его выбрала Света. Сегодня прослушивание у самой юной категории – школьники. Каждый день после уроков Аделина берет в руки скрипку. Трудно, но чего не сделаешь ради мечты. Я бы хотела играть в симфоническом оркестре. Шанс попасть на большую сцену есть, как и возможность познакомиться с нужными людьми. В жюри в этом году директор Польской филармонии и прима Омского музыкального. Конкурс замечательный, очень значительный. Я считаю, что очень значительный и для Омска, и для нашего региона. И то, что есть у этого конкурса уже стабильность, это каждый год, это замечательно. Стабильность – это значит традиция. По традиции лучших музыкантов наградят. За призы этого года стоит бороться до победного. Конкурс проводится при поддержке благотворительного фонда Владимира Спивакова. И в этом году фонд нам дал более по количеству интересных наград. Это путевки в Москву на фестиваль «Владимир Спиваков приглашает друзей». А путевки в Сириус, это Сочи, где дети имеют возможность получать от великих мастеров педагогического искусства и исполнительского наставления, и путевки в Артек. Кто из наших покинет Омск на время фестиваля, станет известно в воскресенье, когда определят лучших. Об этом в новостях «Антенны 7» обязательно расскажут Анна Рыбина и Андрей Кузьмин.